Андрей Калашников, а.к.а. Дарт Калашу. Мелочь. Йоу, когда ты мелочь, от тебя легко избавиться, легко выкинуть, легко потерять. Ведь на то она и мелочь, чтоб можно было выкинуть и забыть. Скажешь им правду, а им плевать. Им похер, они как жили, так и будут жить. Не будут жить, так продолжать. Но настанет время, когда мелочь может стать рублем. И посмотрим, что скажет тот, кого бросили, кого ранили, выбросили. Ответит злом или останется человеком. Здесь выбор за каждым выбором. Для них боязно потерять роскошь, богатство, деньги, бухло, тёлку, которая им запудрила мозги. То, что их душе угодно, то, что сердцу приятно. Им это трудно потерять, с этим трудно расстаться. И неохота терять, а мелочь можно выкинуть, растоптать, забыть, растереть. Я видел таких людей, я не понимал. Я сам не лучше был, я не дуплял. А когда понял, стало слишком поздно осознавать, но поезд ушел. Я изменился с Божьей помощью, я стал другим. Я просто забил на эти общения. Они мне не нужны, больше не хочу ничей мелочью я быть никогда.